Биатлонный комплекс «Алмаз» с широкими трассами, лесными участками и интересными подъемами. База проведения «Лыжни России» уже не первый год. Маршрут известен, количество участников тоже. Все продумано четко, без неприятных сюрпризов. С 2005 года проводится «Лыжня» в Рязанской области, как центральный старт. Но он практически проводится на этих же самых трассах. Только старт раньше давали, чуть раньше, в районе поселка Ворские. Для VIP-персон придумана особая дистанция – 2022 метра. Старт ей через 5 минут после того, как убежали основные участники, дал губернатор региона. Хорошим днем с «Лыжней России», самым массовым соревнованием в России зимой и совпадающим вот сегодня именно с выступлением наших олимпийцев и вообще с Олимпиадой. Я уверен, что и вы сегодня победите, и тем более наша команда. Мы все в нее верим, мы ее поддерживаем, и я лично поддерживаю еще и вас. Поэтому не сдавайтесь никогда, хорошего вам настроения и самое главное – здоровья. Давайте на старт. Подождите. Давайте еще раз. На старт. Конечно, этот забег чисто символический, хотя и проходит традиционно параллельно с основными соревнованиями. А вот главная дистанция, 10-километровая, в этот раз далась участникам нелегко из-за погодных условий. Сначала-то норм шли, хорошо, прям раскат. Ну да, первые прям 2 километра. А потом снег, все, горки вообще чуть не упал. Вот прям вот здесь украинец, да? Победителем вполне ожидаемо стал главный фаворит гонки Андрей Алипкин. Он преодолел 10 километров за 25 минут. Ну, был готов хорошо, ожидал, что буду точно в тройке. Вот, лыжи катили здорово. Вот, снег сильный особо не помешал. Разобрались с соперниками сразу по дистанции, уже где-то с 3-го километра. Уже появился отрыв небольшой, я его продолжил. Старался держать один темп. Среди женщин победу одержала Арина Былинко, шиловская лыжница. Но победителем можно назвать каждого, кто в этот день вышел на старт и с улыбками на лицах преодолел праздничную дистанцию. В частности, поздравить можно и меня. 10 километров позади, конечно, что я могу сказать, тяжело. Меня обогнали все. Снег ехал очень тяжело. Такое ощущение, что лыжи вообще не ехали. Это не только, кстати, у меня. Но я это сделала. Ура! Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».